Следующее. Это называется парк, ну ее в принципе Хуторгу называют, как прямые линии, да. Второе название этой парки Элден называется, да, то есть Северное Сияние. В принципе его называют так в поселке Сандаска, вот. А более южный куст они называют все-таки его Хуторгу, то есть прямые полосы. Вот гелам, о котором мы говорили, да? Вот эти вот вставки, вот они. Это получается как священное дерево. Вот. Потому что оно используется в шаманском костюме, тоже есть вот этот вот хвост. Вот видите, это уже северный, да? У них получается укороченный здесь. Видите, да? Белый полностью. А это же южный куст у нас, да, различие. Это полностью вот это вот. Это, слава богу, парка у нас сохранилась. О, она находится в поселке Новая. Это вот парка. Слава богу, что она находится у нас. Южный, северный у нас. Ну, это он показывает, как правило, то есть вот это уже годы уже. Антос. And, вы представляете, да, здесь профессор Бо Хэ Джим Ван из Южной Кореи, Сеул. Она является исследователем по культуре Северо-Восточной Азии, особенно, значит, народов, которые живут в области музыки и танцевальной культуры. И профессор Ким Пэ Сук, она является директором, руководителем Корейского национального центра традиционных искусств Сеул. Здесь используется старинный диск. Здесь очень ancient. This is very ancient stuff. You see, this is not it's original. So I would like to introduce Василий Батагай, главный хранитель фонда. It is Mr. Василий Батагай, who is the chief keeper of the traditional arts. И он у нас сегодня проводит мастер-класс по долганскому костюму. So he's giving a master-class on the Dolgan traditional dress. This is a wolf. A wolf. Лёт и летят, получается, Якутск-Новосибирск или Якутск-Москва или Красноярск. Вот где, то есть душа здесь. Okay, so this is the spirit of the song. And it's called Toyuk. Вот он отличается от Якутска. So it's a different than Yakuti one, different. Вот. Якутский таюк все-таки со словами используют. Okay. Вот. А долганский таюк это исполнение не для людей исполняется, а исполняется для божеств. Okay. Our toyuk song is only performed in order to please the gods. It's not performed to the please the people. That's скорее всего на мелодии. So please, пожалуйста, можете. Пожалуйста. Часть широкая, да, это узкая должна быть. Вот она. У вас получается одинаковая часть вот эти. Правильно, вы сделали три основные яруса у нас получается, да, обязательно три должны быть, да. Вот. И здесь тоже добавлением еще несколько нужно еще добавить.